Большой привет! С вами Кочерыгина Анна, и в этом видео будет обзор пустых баночек продукции, которой я пользуюсь, что у меня закончилось. И если вам интересны видео подобного формата, то оставайтесь со мной. А также, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И поехали! Закончился вот такой крем для рук Облепиха. Он такой нежненький, легенький, имеет приятный аромат. Он кремушек, он прям легкий, как лосьон. Я люблю такую текстуру, чтобы крем был не жирный. И он быстро впитывается, хорошо увлажняет ваши ручки. Клубничный коктейль Wellness, протеиновая смесь сухая для приготовления коктейля. Клубничный мне не очень нравится, больше, конечно, люблю ванильный и шоколадный, а клубничный на последнем месте. Но все же я его допила, еще у меня есть одна упаковочка. Оттеночный шампунь, он идет вот в таких саше. Для придания блеска в ваших волосах, какого-то там оттенка. Не ждите, что он вам покрасит как краска, потому что он и называется оттеночный шампунь. Но вот Ирида мне не очень нравится, потому что малый у него пигмент, малый дает цвет. Лучше, конечно, тоника. Тоника, конечно, плохо смывается, но вот Ириду я больше покупать не буду. Мне не очень она понравилась. Максушкины витаминки детские. 4 упаковочки, это на 3 месяца, значит, 3 месяца я не снимала такое видео. Постараюсь в следующий раз поменьше копить эти баночки, не так, чтобы много было, хотя бы каждый месяц раз в полтора снимать видео. Тканевая антиоксидантная маска для лица, очень мне нравится, я повторяла покупку, у меня еще есть такая в запасиках. А это у нас были патчи, заказывала я их на AliExpress, недорогие патчи, но все-таки мне больше нравятся патчи, которые в большой баночке, там их 60 штук, и они у меня лежат в холодильнике. Маска для волос с авокадо, обалденная, очень вкусно пахнет, волосы мягкие после нее, и хватает на 2-3 раза в зависимости от длины ваших волос. Для ванны очень вкусно пахло, 500 мл, сейчас такую уже не выпускают, и извините за неэстетичность баночек. В следующий раз буду снимать почаще, и тогда баночки не будут так загрязняться. Просто они там в пакете лежат, в перемешку между собой, и получается уже не айс рядок. Шампуньки серии Love Nature. А вот яблоко и бамбук больше всего мне понравилось. Беру не первый раз. И также пшеница и кокос мне один раз покупала. Покупала, покупаю и буду покупать эти шампуньки. Когда акция на них будет, обязательно буду заказывать по несколько штук. И вот именно... аромат яблока мне очень понравилось. Кокос мне уже немножко поднадоел, он у меня был много раз. А яблоко было, наверное, 3 раза, кокос раз 5. Но все равно буду заказывать, чередовать между собой. То таким буду пользоваться. И тоже рекомендую вам к покупке данной шампуни. Из ароматов у меня закончился Eclat Femme Weekend. Обалденный аромат, несколько раз у меня тоже был. Всем он нравится, также рекомендую. А у мужа закончился Glacier Fire. Этот перевыпустили аромат Glacier, разные там несколько видов. Тоже обратите внимание в каталогах. И такой недорогой сегмент, рублей 600 по акции можно взять, 600 с небольшим. Крем для душа с ароматом каштана, вкусно пахнет, нравится он мне. И также он продавался в наборе с кремом для тела. Тоже рекомендую, если увидите, может быть, в распродаже где-то еще попадется. Дезодоранты из серии Activel. Больше мне нравятся шариковые, и аромат остается приятный до вечера. Именно вот аромат дезодоранта. Мыло кусковое из серии Discover. Это у нас кофейный был, такой же не выпускают. Это тоже такой вкусненький, приятный, свежий аромат. А это шведский спа-салон. Тоже сейчас его перевыпустили. Это мыло с пупырышками. Аромат такой морской. И вот масочка арбузная из серии Love Nature. Сухой шампунь, не первый раз беру. Это у нас для тонких волос, приятный аромат. Еще есть зеленый для жирных волос, но зеленый действует даже лучше, чем этот. А по аромату этот мне больше нравится. Кондиционер восстанавливающий, Hyrex, тоже очень понравился. Буду еще повторять покупку. И маска молоко и мед, тоже у меня уже не первый раз. И еще есть в запасиках, тоже рекомендую. Очищающее средство для лица, оно такое кремообразное, как молочко. Я наношу на ватный диск и смываю косметику. Особенно с глаз хорошо смывает. И потом уже умываюсь каким-то гелем для умывания. Постоянно покупаю, заказываю, еще в запасиках тоже стоит, нравится очень. Мятный тальк для тела, спектр действия очень большой, можно хоть для тела, хоть подмышечные впадины, хоть промеж груди, летом, если у кого-то большая грудь потеет тоже. Также кто-то на постель сыпет его, кто-то в обувь. Также, как сухой шампунь можно использовать, если у вас нет сухого шампуня, он тоже адсорбирует лишнее кожное сало. Вообще рекомендую, вы найдете для себя использование, применение, то есть каждый человек может найти. Вот закончился, и мы еще заказали несколько штук разных.
Карандашки для глаз The One закончились. Они такие выкручивающиеся. И цвет был зеленый и синий с блесточками. Понравились. И еще есть подобные карандашки у меня. Как заканчиваются, я заказываю. Мне нравится. И напоследок осталось тут у меня помадки. Они получаются как бальзамчики для губ детские, но я их брала себе. И Максюшке также мазала в холодную погоду губки. И себе нравится аромат, и они не как вазелин, не нравятся мне вообще аптечные бальзамы для губ. А этот, когда по акции 99 рублей, один вот этот вот Рапунцель пахнет персиком, а Мини-Маус пахнет клубничкой. Рекомендую тоже, если увидите в каталоге, присмотритесь, обязательно попробуйте. И вот такой лак, он у меня уже закончился почти, давно валяется, не пользуюсь, и решила его выбросить. Он неоновый и светится. Даже вот если вы пойдете на какую-то дискотеку, у вас ногти будут светиться, если вот такой лак. Но сейчас такой уже давно не выпускают. Пробничек Novage. Также вот мне очень нравится тушь для бровей. Еще себе заказала, это закончилось, еще новая лежит косметички. Прокрашивает волоски хорошо, естественный, ну, естественными брови делает. И еще такая помадка из серии Варими, давнишняя, тоже где-то в косметичке откопала. На этом все. Пока-пока.